Продолжается подготовка к одному из главных событий музыкального сезона – 9-му международному юношескому конкурсу имени Чайковского. Его впервые проведут в Новосибирске в начале декабря. Организаторы – Министерство культуры Новосибирской области, Ассоциация лауреатов международного конкурса имени Чайковского и Межгосударственная корпорация развития. Стал известен состав жюри конкурса. Председателем жюри по специальности фортепиано стал народный артист России, всемирно известный пианист Владимир Овчинников. Жюри скрипачей возглавил заслуженный артист Сергей Кравченко. Руководить экспертами-виолончелистами будет народная артистка России, виолончелистка Мария Чайковская. Для Новосибирска будет характерно то, что мы еще больше будем привлекать музыкантов, которые участвовали когда-то в конкурсе, стали знаменитыми теперь. И теперь уже они могут судить своих юных коллег.